жарь хорошо. Аня сказала, я не рискну жарить сосиски, пусть папа мне пожарит. Папа у нас сосисочных дел мастер теперь. Так, где моя сосиска? Вот моя. Я сейчас тоже буду ее жарить. Здесь вот на уголечках сидим, жарим сосиски. Наши сосиски пожарились. Ура! Давайте драться. Ура! Давайте драться с сосиской. Не да. Ну что, давайте будем начинать их есть. Я уже не могу удержаться. Мы еще взяли с собой огурчики сейчас. Пожарили, мы делали общие селфи. С сосисками. Сейчас огурчики еще возьмем. И вот так вот мы расположились на пенечке, не стали расстилать, мы брали с собой клееночку. Прямо на пенечке решили экономно так место сэкономить, не раскладываться, потом чтобы клеенку не стирать. Забыли, папа с Ксюшей тарелочки просила одноразовые взять. Ну, Анюты тоже импровизированная тарелочка, да? Как вкусно. Жареный хлебушек, чаек у нас в термосе с собой был. Ну как? А, газичок, газичок. А ты огурчик еще вон сверху положи. Нет, не хочу. Так вкуснее. Аня аж двумя вилками у нас кушает. Она моей вилкой кушает сейчас. Палочку осторожно только. Ой-ой-ой. Зажарился батон. Я уже не удержалась, слопала одну сосиску. Я тоже. Сил больше не было. И терпеть, я пока тоже. Мама тебе пожарили батон. О, давайте. Классно, я хочу жареный батон. Стоит, давай, я хочу горячий жареный батон. Ты обожгешься? Не. Ну ты дичь-то, а. Горячий жареный батон. Так я если похолодела, только батон его жарить будет. Вкуснотища. Красотища. Ксюша вон там показывает лайк. Еще много-много-много лайк, да? Нет. Кто любит лес, ставьте лайки. И батон с сосисками. Картошку будем кидать. Костер. Углей маловато, мне кажется, еще. Ну, а вот эти вот. Вот эти вот раздолбить. А, блин, жара-то какая. Вот зимой это хорошо. Ну. Указка с сосиской. Ты делаешь картошку. Ты ешь сосиску, ты пьешь чай с сосиской, и ты... Подожди, и ты тоже ешь сосиску. Я всю кидаю или нет? Да. Так, мне чуть-чуть выдалось, минутка. Я, правда, пару сосисок всего еще съел. Даже поесть не могу. Накормить их. Мама самая голодная, не удержалась, наелась. Теперь жарит папе будешь. Сейчас ты не умеешь жарить, неправильно. Пишу, как? Смотри, какие они у меня румяные и красивые. И неравномерно прожаренные. У меня, правда, колено. Давай хорошо жарим, равномерно. Ксюша! Денек сегодня выдался вообще чудесный. Прямо чудесный. Лишь бы клеща не подцепить нигде. Ну, мы здесь никуда стараемся не ходить. Правда, один раз девчонки сходили, но мы обсматриваемся. Я периодически... На них на всех смотрю. Смотри. А, горим, горим. Женя играет в этот, в гольф. Аккуратнее. А вы видите, что? А, все, укатилось куда-то далеко. Папа играет в гольф с картошками. Кто будет есть картошку печеную? Я. Сейчас она немножко подостынет. Я. Я-я-я. Я-я-я. Пой песенку. Я-я-я-я-я. Я ем огурцы. Мама, у нас жарит сосиски. Неправильно то как-то. Сейчас кончики опять сгорят. Девчонки играют. Не, ну молодец.
Эх ты, Пантюша, отбить не смогла. Ты как, Сюжа, как Сквидвард стоит такая. Эй, так, смотри, я тебя буду учить. Аня вся в опилках. Вот берешь, подкидываешь и попадаешь. Опилки это? А, ты видишь, что ты тут пилой? Ну что, клеточки? Вот тут на пенечке вытри ручки. Иди сюда поближе. Смотри, какая у нас картошка получилась. Не у нас, а у меня. Классно, картошку на пенечке. Да? Вытирай, Ксюша, ручки. Ура! Она еще дымится, горяченькая. Красота. Там вот еще в пузыречке соль. Баночки белые. Такие чумазики. Слушай, у меня еще получилось. Там еще дожарили остатки сосисок. Получилось. Видите, она чистенькая. Не в золе получается, ни в чем. Вообще классно. Семье Бровченки огромное спасибо за этот рецепт. Они еще раньше делали с салом, но сейчас они мясо не едят. У нас нет сала. Мы сало почему-то решили, да, пока не брать. Потому что у нас нет. У нас есть сало, поверь мне, есть. Два кусочка там таких приличных сала. И сейчас они еще делают с луком. Но мы так что-то по-скорому, потому что если бы мы еще делали с салом, с луком, мы бы приехали вот только что, наверное. Морковка еще можно. А вообще идея классная. Дырку шуруповерт там просверлить и морковку туда вставить. Красота. Пап, а я учу? Где ты, дочь? Вот что-то иголки какие-то летят. Я, ну смотрите, и такие импровизированные тарелочки получаются. Вообще классно. Угу. Даже, что мы не взяли одноразовые тарелки. Давай я посолю. Чувствую, тебе термит в попу воткнется сейчас. Попу. Видишь, там трухлявое дерево, там термиты бегают. Термиты в саванне уже. Блин, знаю, я хотел тебя подколоть. Бери картошечку. Она не горячая. Ну, горяченькая. Аня, иди картошечку кушать. Ах! Ой, ах, будь здоров. На весь лес. Ах, да чтоб медведи боялись. Ты что, тренируешься, да? Ловится, только немножко нет. Одна тренировку ведешь там у себя? Что-то у тебя не очень получается, да? Тебе еще чай наливать? Конечно, я еще маленькая. Мне чай наливать? Ну как, Ксюша? Вкусно. Папа вкусную картошку запек. Мама здесь придумала. Еще огурчики есть. Мама и у нас кипишила. Свеженький огурчик. Кричит, куда? Давай уже быстрее доставай, там все сгорело уже. Ой-ой-ой. То не допеклась у нее, то сгорело. Вот так повар у нас, да? И так, что... я на костре не каждый день готовлю. И так что, а я каждый день. Просто надо чувствовать. Подождите, костер. А здесь было две сосиски. Кто ее съел? Я. Смотрите, еще у нас топорик есть, классно. Не хочу конфету, хочу огурчик. Где топорик? Вон. А? Топорик? Прорекламируй. А, это не мне надо. У нас есть такой топорик. Фискарс. Фискарс. X7. Офигительный топорик вообще. Как бы это вот больше для походов в рюкзаке, как бы это для пеших, велосипедных там каких-нибудь. Вот. А есть еще, по-моему, X11 какой-то, еще какой-то. Вот. Как бы сталь, конечно, но если рубить камни, там еще что-то, заминки-то зазубренные остаются. Все, надоело мне его держать. Ну а так это как бы офигительный топорик. Прорезиненная ручка, удобная очень. Не соскальзывает, ничего так, не ломается. То есть закалку, заточку держит очень хорошо. Какую точку? У меня есть точилка Фискарс, специальная для заточки ножей и топоров. Как бы его наточишь и вообще. То есть у меня ни одного топора, у меня отец охотник был. У него как бы хорошие топоры всякие были. Вот, и как бы я сравниваю с теми с топорами. Они как бы тяжелее и все равно остроты такой нету. Но есть плотницкие топоры с высокой закалкой, но они крошатся как бы. Я тоже иду пробовать картошечку. А вот этот именно такой оптимальный топор вообще мне нравится. Как бы, ну и много кому нравится он. Он легкий, острый, очень хорошо рубит деревья. Данька.
Лесная чупакабра. Ты вся розовая. Уйди, муха, не дам картошку. Штаны-то спали под тенями. Ты одета-то не по-лесному, на зеленое все одеваться, чтобы спряталось, все. Я как обычно, все поели, все съели, а потом говорит, ты сосиски съел. Потом мне скажут, одна картофельная останется, скажут, ты съел картошку. Бедный папа у нас голодный. Так я тут дрова рублю. Сложится впечатление, что ты у нас голодный. Вообще они мне ничего не дают поесть. Иди, садись, я тебя уже час зовут. Чай остыл, все остыл. Про топор стоишь. Иди, садись, давай, выключай. Все, иди, ешь. Что мы сидим такие тут? Сидим, уже объелись и сидим. Объелись, девчонки там играют, а мы сидим картофан возле костерочка. Картошки налопались, натрескались, у нас еще осталось. Прилично так он лежит тут на земле и ждет. Но мы решили, что мы ее домой заберем, полакомимся. Будут воспоминания Олеси. Воспоминания Олеси. Женька тоже весь в каких-то уголечках. Возвертал он уголечки. Я в лесу. Сидим, наслаждаемся. Я говорю, как хорошо. Интересно, дети будут вспоминать, не будут? Женя говорит, конечно, будут. Мы же стараемся. По большей части. Анютка свалилась. Мы бы сегодня дома в огороде работали бы. Там еще столько дел не сделаны. Да дела они всегда дела. Все плюнуть и поехать, да? Да. Чтобы вот остались такие воспоминания приятные. И дети будут вспоминать. Девчонки бегут. Вот и побыли мы с папой наедине. Тын-тын-тын, привет. Ну что вы, козы? Привет. Мы хотим на лавочку. О, это что? Так интересно получилось. Это шутка была. Помогайте поднимать. Сейчас она поднимет. Ой, тихо. Сейчас все у нас развалится. Налейте мне еще чай. Сейчас у меня все попадет. Ой, я не могу. Так интересно еще. У меня складывается палка. Селфи Женя тут же падает. Она у меня сложилась, камера упала. Упала камера. Все, я поломался, блин. Понесете меня? Пойдем, Ксюша. Пойдем.